что же, всем привет, дорогие зрители моего канала. С вами, как обычно, я Лео Плей, а меня уже окружают зомбики. Ужас какой-то. Откуда их так много? В общем, сегодня наша цель это... О, железный слиток. Ну, и пошел в джопу. Значит, наша сегодняшняя задача на эту серию это найти как можно скорее путь домой. Да, это звучит, конечно, очень интересно, потому что мы еще с 22-й, наверное, серии уже ищем этот дом, который, наверное, будет близко. Как, наверное? Ну, далеко. Я это знаю. И вы это знаете. Потому что так получилось. Да. Блин, здесь очень лагает. Ай-яй-яй, я же испугался. Фух, знаете, мы немножечко отстранимся от этого, да. Так, как ты вылез? Ну, сейчас мы его просто замочим как-нибудь, да. Замочить. И так вот мелкими, но быстрыми темпами мы его сможем с вами и грохнуть, да? Потому что я боюсь его. А это еще что? Это какая-то светящаяся вода. Я не буду к ней идти, потому что это очень страшно будет для меня. Ты что меня столкнула? Нарвайся, что ли? Серия более такая веселая, что ли? Потому что... как ты же огромный. Какой же ты огромный и жирный крот. Да ты куда пошел, Сидеть! Как приручить дракона 4 в Майнкрафте? Только в 2020 году. Так. Ну, быстрее. Почему я один раз по нему попадаю, а один нет? Неужели это какая-то черная магия? Да как? Я же по тебе попадал. Че я по тебе не могу попасть? Еще косой, по-твоему, что ли? Че думаешь, что я косой, Думаешь, ты со мной так просто справишься? Да. Намерен сложности с драконами сражаться легко. Но есть один минус, если вдруг хотите сражаться с драконами. Намерный, блин, сложности. Ну что я хочу получить яйцо. Я зарабатывал... Ай-яй-яй, нет! Зачем я его принес на берег? Ну хотя бы яйцо получу. Ты куда? Опять в воду? Какой-то водный дракон, а не лесной. Ну, я просто так подумал. Если он зеленый, то я его нашел в лесу. Значит, он, по идее, должен быть лесной. Надеемся, то, что это самка. Потому что нам нужны самки. Самцы нам не особо нужны. Да и вообще, кому они нужны? Так. Мы тебя замочим, чувак. Блин, он меня приводит туда, куда мне не нужно. Мне нужно не в ту сторону, братан. Ты ошибся адресом чуть-чуть. А, 15 урона даже нанес. Видите, какой у меня меч крутой. Не точно как он. Кут. Ливер. Вот ты задолбал меня. Я уже хочу его просто так грохнуть. Дайте мне грохнуть его. Помогите мне кто-нибудь. Я хочу его как можно скорее грохнуть. Он меня раздражает. Так, сейчас мы ударим его, просто вот так вот, да, ай-яй, есть, теперь это все не для него, он вообще распадается или как, ты чё мне... Дрыгище, просто дракон дрыга.
Я его буду так называть. Яичко есть или нет? Вы что хотите сказать, что я его зря убивал? А где он? Так, ну, вроде бы он умер. О, все, распадение на молекулы. Господи! Там есть яичко? Это главный вопрос. Ну, если я его так долго разбирал, значит оно есть. Оно есть, оно есть, оно есть, оно есть! Уа! Наконец-таки! О, господи! О, как же я этому рад! Яичко дракона у меня уже есть! Следующий... Куда я его поставил? Где оно? Нет! Нет! Ай-яй-яй! Фух! А он, кстати, какой-то серебряный, что ли? Мы придем домой, и нас сожрет наш хищник. О, как же я этому рад. Коровки, давайте я вас немного грохну. Да. Очень интересно звучит. А, ну я так рад. Я, если честно, его убил на мирной сложности, но это ничего страшного. Вы же хотели, чтобы я хоть как-то научился летать? Я хотел. Да. И всегда этому хотел быть рад. Научиться летать как птица. Мы теперь отстранили это все. Этот весь лес. От чего интересненько? О, кстати, яичко дракона такого же цвета, как эта овца. Серая овца. Я таких никогда не встречал. Так, ну вы, друзья, мне понадобитесь. Да. Ай-яй. Чего такие слабенькие? Неужели свинка настолько мощная, что она даже на меня сама напала? Господи, боже мой. На. На. Я выпал осколок. С него выпал осколок. Он добрый. Мальчик. Диванчик. Так, ну, моя броня дракона ломается. Очень плохо, да. Это очень и очень жестокая была сегодня, так сказать, битва. Хотя это даже не похоже на битву, это похоже больше на избивание дракона, да. И отличное название для серии — избивание дракона. Я так всегда мечтал назвать серию. Да. Очень интересная серия, я так скажу. Так-с. Ну, значит, у нас пирожок пришел. Ай-яй-яй, зачем я сказал пирожок? Теперь я хочу есть. Начали мы жрать здесь все. И поэтому грибы огромные выросли. Кстати, напишите в комментах, почему, кстати, эти грибочки такие огромные. Я даже сам этого не знаю. Да как? Я вроде бы должен почти все знать, но... Интересный факт. Что этот факт никому не интересен. Да. Просто грибочек мутировал. И превратился в огромный блок. О, господи, я уж подумал, что я выкинул свой меч дракона. Точнее, меч краба. Я не хочу сейчас умирать. Вы же знаете меня? Я не хочу умирать. А мне это надо? У меня синичка дракона! А, он меня фаерболами кинул, вы это видели? Это еще одна пятая стадия. Какой у меня сегодня везучий день. Видите это? Какой зверь? Зверь! Зверь! Замышленный личность. Я думал, это вторая стадия. А нифига! Это какая-то... Супер-дупер драконья, пупер-драконья серия, пупер-драконья серия, вот это название, пупер-драконья серия, пупер-драконья серия, ладно, все. Так, почему все драконы всегда все
рушат в этом, блин, мире. Что я им такого сделал? Вот скажите мне, что я им такого сделал? Ну, а на вот этом вот месте, рядом с вот этим вот дубом, мы закончим на этом нашу 23-ю серию. И подписывайтесь, ставьте сюда лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать здесь самые новые видео. А также мы набираем 100 подписчиков до 4 июля, потому что это день рождения канала. И на это будет что-то очень крутое. Всем ожидаем встреч. Всем пока!